Здравствуйте, с вами про IKEA. Как обычно, закадровый голос Дмитрий. Мы начинаем. Друзья, привет. Мы с вами по вашим просьбам. Мы отсортировали все ваши комменты под одним из последних сюжетов. Сегодня мы вам снимем все игрушки, которые есть в IKEA, кроме мягких, потому что по мягким есть отдельный обзор, плюс в выпусках IKEA Стамбул все новинки, которые есть сейчас в России. Мы вам покажем все игрушки. Ну, наверное, железную дорогу не покажем, потому что у нас есть отдельный полноценный обзор, вот развернутый наизнанку даже. Мы покажем то, что добавилось. Добавился только один паровоз. И ссылку в описании. Все, пойдемте смотреть. Очень просили показать и рассказать про серию Лотто. О, сори, Лотто – это постельное белье. Лустикт, потому что, как оказалось, в сети особо нет таких подробных обзоров. Вроде, ну, блин, я даже, кстати, когда мы пришли, я говорю, Дим, ну, а чем ее снимать-то, игрушка, она в Африке. Игрушка, оказывается, нет, даже по сайту непонятно, что с этим делать. Ну, давайте по порядку. Выставка у нас, конечно, не алё, потому что места мало. Первый вот такой набор за 1300. В набор входит два жилета, две ладошки ловить мячики, сейчас все покажем, и сами мячики. Стоит набор 1300. Значит, смотрите, для чего вообще эта игрушка? Одевается жилет на ребенка, игра на меткость, то есть такой вот легкий мягкий шарик, шарик полностью безопасный, то есть он вот не тяжелый. Даже если вот попадет куда-то, ну, ничего не будет. То есть в этом плане с точки зрения безопасности все в порядке. Значит, два вот таких жилета, 10 шариков в комплекте. Соответственно, дети могут кидать в одного кого-то, да, то есть человек, скорее всего, подразумевается передвижение какой-то по местности. Потому что игра заявлена как домашняя игра и уличная игра. Плюс, Дим, надо сюда поближе. А, вот они. Ну, это на руки одевается. Да, то есть это как бейсболи. Лапки, чтобы ловить. То есть, в принципе, подожди. То есть, тут можно, наверное, даже так. То есть, тот, например, который бегает, кидает шарики на нем, здесь висят на пузе, ну, это да? Это детский страйкбол. Страйкбол детский? Ну, как там вот это, из пистолета стрелять шариками с краской. Угу. А это только вот ручную. Да, страйкбол называется? Я не знаю, я не сильна в играх. Ребят, кто сильнее, расскажите нам. В общем, суть такая. Два жилета, две вот таких лопатки, 10 шариков безопасных. То есть дети ничего с собой не сделают. Даже если, мне кажется, с лету кинуть этим шариком, но он легкий, вообще вот невесомый. От себя добавлю, я бы не рекомендовал бы детям в квартире играть, если они увлекутся, всю квартиру разбомбят. Ну вот потрогай шарик, он мягкий. Нет, но они же в процессе игры не будут следить, где что, какая мебель. Ну, здесь вот все как бы в меру должно быть. Лучше на улице. Ну, вообще, да, все-таки думаю, что игра уличная. Так, если вот дома можно вот лопатками вот одеть лопатки, ну, на руки, да, и просто вот покидаться по. Не, а вот если с накидкой, то уже проблема. Так, значит, это такая игра за 1300. Долго я пыталась разобраться, что вот это такое. Игра Look Stick стоит 800 рублей. Сейчас я вам ее покажу. Значит, вот такой мешок для хранения, один маленький розовый шарик и 6 глазастиков. Вот эти глазастики, 2 синих, 2 зеленых и 2 голубых. Тоже мягкие, не шуршат, не звенят. Все аккуратно вышито, можно просто ими поиграть. Суть в чем? Детский боулинг. Кладется вот этот розовый шарик и его, соответственно, сбивает. 800 рублей такой набор. В принципе, попроще, да, чем кегли мы, например, детям покупали. Здесь никто ничего не повредит, здесь все мягкое. И этими шариками можно просто играть. С этим набором разобрались. Вот это для меня сложный. Сейчас я его покажу. А кубик вот возьми. А? А кубик достанешь? Вот. Он приклеен. Это напольная игра. Вот, покажи ее. Вот это вот, все вот эти кружочки. Плюс 2, минус 3, плюс 1, умножить. Кружочки, вопрос. Вот такая вот напольная игра. Стоит она 1300. Рекомендована для детей от 6 лет. 12 кружочков, 1 кубик, 7 дополнительных всех вот этих карточек. И переворачиваем. Если я правильно понимаю, это напольная игра, типа вот как играют, например, на столе, да, в ходилку, в бродилку какую-то. Только вместо бумажного поля и фишек используется пол и люди. То есть смотри, вот мальчик кидает кубик,
Ребят, в комментах жду, кто играет эту игру, потому что мы не покупали. Вот держу в руках, честно, первый раз. Даже не заказывали, кстати, ее. Дим, давай эту картинку, не на меня. Да. Мальчик играет, получается, в кубик. Ну, кидает кубик, да, за... А, подожди. Дети играют вдвоем. Сколько? И как-то отсчитывается. Вот алгоритм мне не до конца, правда, понятен. Получается, вот эти розовые малыши, они вставляются в дырки. То есть каждый кружочек обозначает какую-то цифру. Ну, может, на сайте описание игры есть, да? Посмотрим. Что-то вот я не подумала об этом, что вот может быть с какой-то игрой сложность. А дальше, вот эта штука мне понравилась. Я специально даже приготовила хвостик. Это детский дартс. Честно, покупали детям всякие. Все это быстро выходит из строя, иголки это небезопасно. В итоге выкидываешь все это дело. Вот такой большой здоровый круг сделано во Вьетнаме. А где предыдущий сделан? Что-то мы даже вам не сказали. Сори. А здесь даже и не написано, где сделано. Так, вот эти глазастики. В Индонезии. Ну, в общем, в принципе, везде, где, да, есть производство IKEA. Вьетнам. Так, значит, вот такой дартс. С одной стороны цифры. То есть играть именно вот по принципу дартса. А второй просто секторами, то есть с детками помладше можно играть. А, что хочу показать. Вот такой совершенно безопасный хвост. Он тяжеленький, нет? Он легкий, вот. Не, я понимаю, но ну как, долетит, ну? До нужной цели. А я сейчас покажу. Ну, по крайней мере, если ребенок заряет себе в лоб, ну, только единственное, неприятно от липучек будет. Отсюда будешь снимать? Да. Смертельный номер. Ага. Все. Ну, детская игрушка, но, по крайней мере, безопасная. Мы хотим с такой уехать сегодня в качестве подарка ребятишкам. А, так, смотрим дальше. Наверное, все, что есть, да, чтобы не бегать туда-сюда. Просто здесь у нас вперемешку и принадлежности представлены. Про них рассказываю. Ну, почему бы нет? Ну, давайте заодно. Ребят, на нас не ворчите, что все вперемешку, потому что по-другому у нас не получится. Подставка для принадлежности для рисования. 100 лет, честно, продается в IKEA. Сколько мы с IKEA работаем, столько она, наверное, и есть. Деревянная подставка. Все разборное. Ребенок сам спокойно может разобрать, снять, достать то, что ему надо. Дерево все обработанное, никаких острых углов. А суть положить... У нас не прижилась дома, мы покупали, потом в итоге кому-то мы ее подарили. У меня такое ощущение, что здесь как будто недособранное. Удобно подворачивать бумагу. Это для таких домашних, настольных, напольных художников. Не все детки любят мольберт. Ну, правда, нет места, чтобы вот ее разложить. Ага. Надо у Димы звук отнять. Лузер. Пойдем показывать. Пойдем. Так, все собрала. Бумагу одели, закрепили как надо. То есть крепится она тут от толщины рулона. Пошли рисовать. Высушили, надо убрать, скрутили. 600 рублей, но больше про нее ничего не скажешь. Деревяшка. Мы вам показывали эту бумагу в обзоре новогодней коллекции. Рулон оберточной бумаги 3 метра. Вот смотрите, какие фигурки с него получаются. 130 рублей. Причем здесь ни один дедушка, ни одна бабушка. Повторяются они все много-много раз. Да. Элегантные бабушки и дедушки. Вполне. Как надо. В общем, кто детки любят поиграться, да, вот в этих бумажных кукол, но никто рисовать им не хочет, пожалуйста, вариант за 130 рублей. Так, дальше идем. Наверное, я уже придумала, что мы, как мы назовем обзор, все для детей. Вот такая вот бумага, стоит она 350 рублей. Кстати, сейчас она по Family, 279. Лустикт, 10 метров. Рисунок тоже повторяется. Вот такие вот. Ой, частично сказочные животные. Здесь вот вижу динозавра, самолетик собранный, какой-то вигвам, некоторые предметы IKEA. То есть то,
что можно разукрашивать. Причем я даже знаю, что у нас взрослые клиенты это дело берут и разукрашивают. Ну, это исключительно для усидчивого. Да, да. Вот у нас младший, например, не будет. Старший порисует. Мы ей даже раньше, кто помнит, ткань была икеевская. Вот такую ткань покупали метражом, и она на полу раскладывалась и рисовала. И то не до конца. Ну, да. А дальше. Вот этот ящик мне очень нравится. Хочу вам сейчас про него подробно рассказать. Ящик для инструментов, рисунков и поделок. Но вообще фактически использовать можно его для чего угодно. Давай-ка вот сюда мы с ним встанем. 1300 он стоит. Значит, здесь вот такой вот бокс. Здесь что-то наподобие оргстекла. То есть можно разложить. А, кстати, кто детки алмазной мозаикой увлекаются, какими-то вот этими всеми мелкими рукоделиями, прям хорошо так увлекаются, да, не на раз выкинуть, вполне можно купить такой ящик. То есть ящики можно все это дело переносить. Ящик из фанеры. Фанерка березовая. Ну, Тань, дороговато. Дороговато 1300? Да. Вот скажи, рублей за 600 я бы себе купил, да? Не больше 600 рублей. Ну, вот что есть. Может быть, кстати, кто-то знает, где это дело подешевле есть. Есть. А еще оно мне не лезет. Не надо давить, просто вниз. Вот так. А, вот как оно. Ну и, соответственно, все это дело нужно красить. Либо чем-то покрывать, потому что со временем все это портится. Дальше. Вот такая вот полка. Она выполняет функцию и полки. Lookstickt. Стоит на 500 рублей. А здесь можно разложить, ну, соответственно, чудесную мелочушку. И часто беру для мальчиков, кто любит играть машинками. То есть они... Это и полка для хранения, и место для сюжета. Дима тоже цену не понял. Для сувенирных машинок. А, ну да, у нас же есть взрослый мальчик, это для сувенирных машинок. А дальше, смотрите, вот эту серию очень люблю. Наде покупали старшей очень давно, она была еще совсем малюткой, и один набор ее был, потому что тогда был только один, второй покупали уже для Алены. Мебель живая, ребят, это неубиваемая. Значит, смотрите, вот она делится пополам, вот такие коробки. То есть это не стыдно подарить. Если это гостиная, то у нас стол. Кто-то здесь уже поиграл, сейчас мы соберем как надо. Подожди, нет. А здесь что-то она вся перевернута, шиворот на выворот. Не все здесь есть. Значит, гостиная. Это вот такой розовый диван клепан. Что для меня, например, важно, как мамы. Ничем не пахнет? Нет никаких острых углов. Пластик, ребят, до такой степени плотный. Микрофон-то не ломаем. Не буду. Пластик до такой степени плотный, что дети не сами не повредятся. Ну, если, конечно, было бы желание, наверное, можно отломать. Плюс... Тканевый элемент съемный, можете постирать. Тоже немаловажно, что никакого свинства не будет. Все это одевается. Одевается он также по принципу дивана, как у настоящего живого дивана клепан. А дальше вот такой зеленый столик лак. Тоже крепенький, но если посильнее сжать, он сломается. Это имейте в виду. А потом сердечко. Но сердечко куда-то уже унеслось. Это из спальни. Коврик вот такой в полоску. Вот такой полосатый коврик. Показать не могу. А вот он. Это другой, это цветной из спальни, да. А там черно-белый. Стеллаж Калакс. Вот такой кресло-шезлонг. Видите, здесь перемешали все, что могли. Так, и плюс, смотрите, сама коробка представляет из себя дополнительные элементы IKEA. Лампа-лампан, то есть вы ее даже не вырезаете, а прям выдавливаете. Вот здесь прорезь делаете, вставляете друг друга, как такая вот бумажная 3D-картинка. Все часы помнят. Рамочки. То есть можно сделать такую гостиную в стиле IKEA. Это гостиная. В спальню, значит, что у нас входит? В спальню входит оранжевый стол Мамут, его здесь нет. Красненько, это вариаточка Мамут. Цельное, ничего никуда не выковыривается. Все хорошо, крепко сидит. Раздвижная кроватка, дракончик, постелька. То есть на раздвижную кроватку куколка Барби спокойно умещается в длину. Сюда хотите малыша кладете, ну, поняли, да? Дальше шкафчик из этой же серии. Бусон где-то. Вешалочки есть, вешалочки бумажные, выдавливаются.
Можно даже какую-то куклёху одеть. Текстилька, значит, у нас здесь вот такой половичок вместо матрасика, одеялка и маленькая подушечка. Ничего не пахнет. И если хотите, например, дочкам взять на подарок, не думайте, берите. Вещь хорошая, служить будет долго. Все клиентки, кто, например, дочкам заказывали, и еще вот такой полосик цветной. Кто дочкам заказывали, еще не было ни одного, да, такого нейтрального образа у этого отзыва. То есть дети все в восторге. А вот, кстати, можно увидеть. Дим, покажи, пожалуйста, повыше. Это флисат, полка. Мы ее показывали в одном из обзоров. Давненько, правда, уже. Ее используют вообще, это кукольный дом. А когда ребенок вырастает, становится неактуально. Это у вас полка для книг. То есть вы убиваете двух зайцев. Что нового появилось в железных дорогах с того момента, как мы сняли? Вообще вот, кстати, молодцы, что собрали полностью. Есть понимание у человека, да, что входит, сколько это будет стоить. На обратной стороне то же самое. Про дорогу рассказывать не буду, мы про нее рассказывали. Поезду всю от нас спрятали. Сапсанчика спрятали. Паровоз на батарейках. Хорошо тянет, уже проверено. И новенькая вот у нас. Тоже все это прикручено. Так, а вот он. Да, вот он. Этот, ну, кран подъемный получается, деревянный. То есть грубо погрузочная зона, да, откуда можно отсюда сюда перегрузить. По дороге есть обзор, ссылка прикреплена, наверху. Да, ссылка наверху, смотрим. И переползаем дальше к игрушкам. Вот это вот вообще наш любимец, покупался очень давно, тоже скажу сразу, перешел от старшего ребенка к младшему по наследству. Неубиваемый гараж. Подожди, он, наверное, от племянника перешел. Нет. Мы покупали Наде, тогда была скидка на него, и стоил он где-то в районе 500 рублей. Мы его тогда авоськами привозили, их брали все на подарки. Представьте, такой набор за 500 рублей. Ну, сейчас вообще, кажется, копейки. В комплект, значит, входит вот такой гараж с пандусом. Эти все элементы достаются. Ребята, не могу, он прикручен. И плюс вот такая вот машинка. Вот она. У машинки съемный верх. То есть можно ее раздербанить, и получится вот такая вот платформочка. Здесь у нас все намертво прибито. А вот набор вот таких машинок за 600 рублей идеально подходит. У машинок тоже все съемное, но здесь все приклеили на клей. То есть можно спокойно менять платформу на платформу. Машинки безопасные, края все округлые. Единственное, что если только детеныш в лоб себе зарядит. А так, с точки зрения безопасности, все идеально. Честно, заказывают часто, машинки очень любят. Ну, представьте, подарок, пришел к мальчишке на день рождения, за 600 рублей 3 машинки подарил. Так я бы на перспективу железную дорогу дарил бы. А, по частям, да, что да, можно? Да. Там в гости пришел вместо шоколадки, паровозики принес. Не, ну это мужчина, на перспективу. На перспективу, ясно. Так, идем дальше. Давайте разбираться с ткацким станом, потому что я, честно, с ним не разбиралась никогда, всегда прохожу мимо него. Вот такая громадная коробка, стоит 1800. Давайте разбираться, что входит. Сам стан, нити. Опять же, да, все притусь. Ну, я не сильно в ткачестве. Ну, попробуй по-быстрому, я на перемоточке сделаю. А что делать? Расправь и хотя бы. А, вот челнок. Да. А челнока-то тут? Нет. Челнок, да? Это чесалка. Это расправлять, а челнока нету. Вот челн, смотри. Так что по-быстрому на перемоточке не получится. Так, это я точно знаю, это натяжение. Одной ноги он лишился. В общем, ребят, мы вам покажем. Ну, объяснить всего. Принцип плита. Все. Чего? Плетение. Да. Объяснить принцип плетения ребенка. Смотри, а здесь получается, то есть берется челн и вот продергивается, как тебе надо. Эти мы поправляем, растягиваем, расслабляем и натягиваем и ослабляем саму конструкцию. Потом, когда это уже сплетено, просто снимаются, фиксируются нитки, и на нитках остается вот, ну, как бабушки наши половики раньше плели. В принципе, если ребенок усидчивый, то вполне можно купить. А, как заявляет IKEA, на этом станке можно сделать все что угодно. Возможно, это будет коврик для игрушек или ткань, с которой можно будет потом сшить сумку.
То есть не обязательно только эти ленты использовать, берете любые ленты, ну не любые ленты, вообще берете любую ткань, режете на длинные полоски и, пожалуйста, вперед прясть. А дальше лукстик. Мое слово паразит, дальше надо от него избавляться. Вот такой набор. Заявлен он 3+. У нас заходило очень хорошо, мы долго им играли. Ну, потом просто со временем растеряли. Безопасные, опять же. Вот за что люблю Икею, так это за безопасные детские игрушки. Вот любую игрушку можно купить ребенку, не беспокоясь о том, ну, по возрасту, да, что что-то случится. Значит, информация, как, из какого дерева сделано? Из какого дерева? Ща. В комментариях люди пишут. Фанера. У нас что, прямой эфир? Ну? А как? Что-то Дима придумал. Читайте, девушка. Фанера. Это коробка. Бусина, массив, бука. Струна, полиэстер. Струна – это вот такая ткань. Сделана во Вьетнаме. Значит, бук. Да. Вот сама коробка. Пойдем показывать. Ну, опять здесь. А нет, не она мертва. Вот такая коробка. То есть здесь не надо заморачиваться, где это дитё будет или мама хранить. Уже удобно. Вот эти чербачки. Можно, кстати, посмотреть, чтобы не пересчитывать по упаковке. Сколько каких? Дим, покажи, пожалуйста. Они все-все с отверстиями. Их можно разукрасить. Если, например, водорастворимые краски, потом это дело можно и смыть. Стоит 700 рублей. Возможно, чуть дороговато, но с другой стороны, за массив бука, неубиваемый массив. И скидок на нее за все время один раз только было. Так, дальше идем. Игра «Колесо фортуны». И как играть? Поле чудес. Ну, оно настольное. Хорошо, включаем фантазию. 6+. Крутанули, где остановилась. Сохраните мелкие детали. Сделано в Китае. Все. Ждем комментарии. Давайте. Правила, ну, игры. Здесь, наверное, все-таки, если дети, да, включают, написано логику. Кстати, некоторых. Вот, давай разбирать теперь, что из чего она состоит. Ай-яй. Обратная мне сторона. Пластмасс. Да, пластмассовый пол. Здесь все на шурупах, все разбирается. Это ножки. Их можно подтянуть. Дальше вот такие пластиковые, очень плотно врезанные штырьки. Выкрутить я их не могу. Ну и, соответственно, Дима, ты какое число выбираешь? Зачем? Ну ты крутишь, и что выпало? Да поле чудес. Ну поле чудес, можно, да. То есть можно ставить какие-то задания на каждую цифру, да, например? Возможно. Фанты можно также играть. Цифра такая, это так крутанул, остановилась. Какой фант выбрал, какая цифра выбрал, то задание делаешь. В общем, ну вот мы уже включили фантазию. Поэтому дальше комментарии ждем от вас. Хочешь, когда можешь. Да. Маска, лукстик, собака и собака-человек белый. Да, человек-собака. Все. Ту-ту! Небеленая бумага. То есть фактически это папье-маше. Но только не... Вот разукрасили Левушку, разукрасили человечка. Ну, на меня одевается. Смотри. То есть фактически на любое что лицо. Для детей? Ну что, женщина? Еще да бабушка. Да вы лицо суете. Еще бабушкой назови. У меня же есть двое внуков. Через лет 30 скажу. Нет, у меня уже есть двое внуков. Бабушка. Баба Таня. Слушай, интересно, кстати, сделано. Ребята, кто покупал? Куда использовали? Надо старше купить, она любит рисовать, то есть можно что-то вообще даже, можно что-то уникальное сделать, разукрасить, какие-то, чем-то выложить, бусинки, стразы, какие-то камушки, то есть можно, если вот ребенок с фантазией любит этим заниматься, то есть из этого можно прям сделать такую вот красоту, которую потом можно повесить на стену. Либо сделать какую-то уникальную маску для новогоднего или какого-то костюма. Так, вот это будем показывать?
Ну, а тут, смотри, тут уже, в принципе, мы рассказали. Бумага, ручки, дерево и ручки пишут хорошо, долго не высыхают. Мы, скажу сразу, мы пользуемся всем. У кого дети ходят на квиллинг, объяснять не буду, что такое, кто ходит, знает. Да. Вот эта бумага шикарно подходит для квиллинга, гораздо дешевле, чем специальная бумага. У педагогов всегда есть машинка, которую режут. У нас Надя ходила долго, очень нравилось, и даже некоторые потом маму просили привезти. Валик для краски, набор из 4 предметов. Половины опять нет. Значит, 2 валика, чашка и пошли красить. Ну, творческие занятия. Пространство где? Вся квартира? Да. Есть линолеум, давай купим. Папа придет. Голову открутит. У нас Алена научилась писать свое имя, теперь у нас весь зал, весь периметр зала исписан словом Алена. Чтоб не забывали. Чтоб не забывали, как дочь зовут. Кто покупает, для каких целей использовали? Я понимаю, да, взрослому ребенку для каких-то поделок, но прям такая-то большая поверхность, чтобы, допустим, по листу бумаги это водить. Ждем от вас комментов, потому что вот таким мы не пользовались. Вот эту бумагу часто для оригами берут, тоже мамы хвалят. Говорят, что детки довольны и ценник вполне адекватный. То есть... Видите, да, разнообразие форм, цветов, даже оттенков. 449 рублей. 349 рублей оригами, обычная цветная бумага мол, 449 рублей. То, что мы сейчас смотрели валик, 449 рублей. Так, пойдем покажем заодно и все детские игрушки. Касса Дуктик, мы переместились на другую половину детского отдела. Часто родители спрашивают, а стоит ли касса своих денег? Да, ребята, она стоит. Мы покупали разные, в Ашане, еще в детском мире. Все они благополучно разваливаются. Смотрите, здесь принцип калькулятора. Солнечная батарейка. Включили. Денежный ящик. Ну, типа денежки, карточки, можете положить любые. Оплата картой, даже кнопка загорается. Достать сдачу, выключить. Закрыть смену нет и распечатать чек. Значит, касса сама здесь у нас все фанера. Ящик до конца не достается, уже хорошо, то есть ребенок не потеряет. Здесь хороший плотный пластик. Тут все закручено. И детеныш уже, если только отвертку возьмет, развинтит. Плюс все углы скошенные. То есть какой-либо какого травматизма от кассы нет. Стоит 900 рублей. Когда по акциям бывает, берите, не думая. Достаточно популярный товар, да, среди наших заказчиков. Да, вот все, что сейчас мы здесь смотрим, в детском отделе привозим, мы каждую неделю практически все из этого ассортимента, потому что ценник по отношению к нашему городу вполне приемлемый, и соотношение цена-качество плюс, то есть это все реалистичное, да? Не надо ребенку объяснять, почему у мамы такое, у тебя такое. Вот. Набор из 5 предметов. Пожалуйста. Кастрюлька, крышка. Да, кстати, мы пробовали в этой кастрюльке варить, яичко варится. Потемнело чуть-чуть, потом помыли. Пароварочка, сковородочка. Единственное, что Алена у нас активно играет и, ну, шумновато. Кухня Дуктинг. Первый вариант, да, который вот сейчас по акции, по фэмили, мы покупали 6 лет назад. Все, жив-здорово. Потом, смотрите, вот такой набор. То есть здесь спокойно ребенок вместе с вами может раскатать тесто. На этом противне при желании, конечно, можно запечь, но я бы рекомендовала все-таки использовать нормальный противень. Стоит такой набор 900 рублей. Продается он в коробке, вот в такой. Не стыдно подарить. Скалка хорошая, полноценная, то есть аналог взрослой скалки. Три формочки, звездочка, сердечко, человечек. Пряничный человечек, потом вот такая формочка для кекса, это вот глубокая, и вот таких две маленьких формочки для типа тарталеток. Мы не запекали, но знаю, что клиентки пробовали экспериментировать, говорят, получается, потому что антипригарное покрытие, сталь, то есть здесь нет чего-то. Да, кстати, если положить, например, бумагу для запекания, да, вполне и никаких вот. Можно использовать как пищевой вот такой вот набор именно для хозяйки, чтобы мамина не отнимала. Дальше. Это даже я не знал, что до такой степени. Да? Думал, это как муляж и все. Нет, вот смотри. Вот видно на камеру?
плотная сталь, плотные формочки. Они, конечно, не такие острые, но для, допустим, имбирного теста, либо вот такого песочного теста вполне подойдут. Вот, они твердые. Даже в фикс-прайсе формочки продают для печенья гораздо жиже, чем вот эти игрушечные. Смотри, нормальная скалка, то есть как раз под детские руки. Товарищи родители, если ребенок проявляет кулинарные способности в раннем возрасте, незаменимый подарок. Он с вас не слезет, потом не, ну, как готовить, как бы, понимаешь, счастливые выходные с детьми. Ну да. Все предели, все да, предели. Конечно. Не надо гонять кого-то. Все счастливы. Ребенок своим делом занят, а папа потом ест. Все, что осталось. Ой, это пицца, сейчас мы про нее расскажем. Дальше вот такой набор посуды, тоже мне очень нравится. Вот, например, есть фарфоровый, про него сейчас расскажем. Небезопасно, у нас был опыт разбивания. Здесь хоть об стену кидайте, ничего не будет. То есть здесь получается 4 фужера, 4 стаканчика. Стоит такой наборчик всего 230 рублей для реалистичных игр. Вещь незаменимая. Дальше, набор тарелок и мисок, 12 штук. Ищу коробку. Снизу нет. Я сегодня не наклонюсь сильно. А, вот она, 12 штук. То есть здесь такой тяжеленький. То есть это именно все реально. Набор фрегрик в детском исполнении. Да, примерно так и есть. Ищем Рашу. Раша. Made in Vietnam. Россия. Дуктинг, тарелки, миски. Керамика, каменная керамика, то есть та же Динейро, только для деток. Получается, что у нас 12 предметов, 4-4-4. Значит, 4 миски, 4 глубоких тарелки. Полноценная тарелка. Из нее спокойно испекли, из нее же и покушали. Вот, ну, опять же, ты по размеру. Сказал, что она может разбить. Но здесь учитывайте темперамент детей. Алене, например, я не дам такой, я знаю, что она разобьет. Как росла Надя, какая она была маленькая, она играла, у нее был такой набор. Просто потом выросла Алена, Надя стала неактуальной, Алена добила. Но вот этот набор у нас частично еще живой. 700 рублей стоит набор для чая и кофе. Очень красиво выглядит, стильно, то есть на подарке. Здесь получается 4 чайных пары, сливочник, ну, не знаю, масленка, джем, все что угодно, 4 стакана. Тоже каменная керамика. Вполне можно использовать именно в реальной чаепитии, только в мини-формате. Так, теперь самое мое любимое – это реалистичные игрушки с продуктами. Очень выручают, любят логопеды, любят воспитатели детского сада. То есть детки именно вот играют как надо, да? То есть это не зеленая колбаса и розовый там, я не знаю, сыр условно, а все как вот должно быть. Новиночка. 700 рублей, мы вам ее уже показывали. Ну, это как бы шедевр среди мягких игрушек. Это прям пицца полноценная, да. То есть ребенок здесь и соус положит. Тут все, конечно, приклеено, мы сейчас ее найдем. Вот она. Вот в таком виде продается, стоит 700 рублей. То есть это все отдельно. Раскладывайте как хотите. 4 коржика, 4 листочка – это кетчуп. И дальше с чем хотите, как хотите. Я пиццу не хотел. Тима пиццу захотел. Но слишком вкусно выглядит. Еще и вкусно рассказала, да? Mm-hmm. Вот такая вот прям вот настоящая итальянская пицца. А дальше набор вот таких кексиков. Набор кексиков, набор рулетиков стоит 600 рублей. Вот как это выглядит в упаковке. Сейчас рассмотрим форму. Значит, на липучке. Пожалуйста, живая игра с ребенком. То есть ребенок может фантазировать как угодно, использовать для чего угодно. Все это умещается в такие формочки. Разные рулетики. Вот такая кисточка. И прям такая формочка, как вот настоящая, только тканевая. Опять же, ребят, безопасно, постирать можно. Нет никаких, вот давай прямо вот покажем. Нет никаких острых предметов, каких-то элементов. Здесь все вышито. Нет никаких бусинок, пуговок. То, что ребенок может проглотить. Потому что, как казалось, даже дети, которым к 6 годам, имеют свойство в рот тащить всякую фигню. Все, что к полу не прибито. Да, я про нашу дочь сейчас. Попробовать недавно у нас монетку захотела, на вкус, какая она. Так, дальше идет набор, корзинка для покупок, набор фруктов, отдельно кексы и овощи, чтобы у вас понимание было, что про что буду рассказывать. Значит, сначала ищем набор
корзинку красную. Вот. Я не вижу ее пакетом. Тоже у нас давно живет. То есть здесь все на липучечках. Пожалуйста, сыр, две сосиски, лапшичка, лосось. Ой, я не помню, что это. По-моему, мясо, что ли. Ананас. Все это складывается в корзинку. В корзинке мы сейчас вообще другие игрушки храним. А эти живут своей жизнью. Такой набор стоит 600 рублей. Для садика, кстати, очень хорошо. Всегда можно постирать, ничего не сломается. Дальше фруктовый набор. Вот в такой упаковке продается. Такая вот интересная корзинка. Здесь на липучке. Здесь ребят намертво пришито. То есть ручку вы уже не потеряете. Виноградик. Яблочко. Бананчик. У бананчика шкурка закрывается. Долька арбуза. Киви. Апельсинчик. Здесь получается... А вот, кстати, они все прям представлены. Угу. Тоже 600 рублей. Овощи. Тоже 600 рублей. В упаковке непонятно. Тут и капустка, и морковки, и грибочки, помидорки. Тоже все реалистично. Надо ребенку объяснять, почему помидор вдруг стал другого цвета. И набор кексов 400 рублей. А как-то были на них акции. Прям вот в лед они разошлись. Но пока больше не повторяется. Я не вижу, кстати, их в пачке. А вон фрукты. Когда что-то ищете, имейте в виду, идти очень часто вот так сложно вниз. В общем, набор кексов из 4 штук. Что ж здесь 2 набора? Как мне бы готовую упаковку, я 100 лет его в руках не держала. Ну, не будем засыпать. Ну да, все, есть. А дальше, ну давай уж раз, да, здесь заодно покажем. Дальше детская серия. Про такой мы в Стамбуле рассказывали. Очень люблю эту платформу. Иди сюда. То есть это и тележка на веревочке, это и фигурки. Причем фигурки не просто так как-то хаотично, а складываются. То есть по принципу головоломки, вот, что ребенок должен сложить именно так, как надо, чтобы все это уместилось. А иначе не сложится. Иначе не уместится, да, будет барда. Стоит 1000 рублей. 24 кубика с тележкой. Стаканы. Ну, это же, ну, как бы это классика уже. Это классика, да, уже много-много лет. У нас даже другого цвета еще есть. А, чем нравится? Мы ходили с ними играть и в песок. Просто играли как стаканами, когда возраст подошел. И очень классно мыться. Купаться с ними в ванной. Все в дырочку. Ничего никуда не закисает. Опять же, неубиваемо. 129 рублей. А, вот я считаю, чем, например, покупать какую-то фигню ребенку в подарок. Ну, она как это, второй год путешествует, в принципе, и для хранения очень практично. И дети радуются. И дети радуются, да. Так что штучка очень путная. А, так, это мы когда лимитированную, да, Вермер снимали, эти Юлу решили сюда поместить, типа дети захотят. Пирамидка. У нас тоже самое погрызанное. Собирайте как хотите. Гибкий стержень. То есть, если даже детеныш ткнет, но только если совсем с размаха. Массив бука. Морилка, прозрачная, акриловый лак и синтетический каучук. То есть спокойно об этом можно еще и зубки поточить. Пирамидка стоит 500 рублей. Вот так продается в упаковке. Дальше ваша фантазия. А следующее у нас вот такой коробка головоломка. Ну, по-другому ее сортир можно назвать. Так, теперь давайте покажу алгоритм, как работает. Внутри у нас 8 фигурок. На каждый цвет по 2 штуки. 2 квадратика, 2 кружочка, 2 полуовала, 2 треугольника. Дали детенышу фигурку. Кто-то скажет, что таких игрушек полно. Ребят, мы покупали разные, например, старшие. В основном вот эти все пластиковые детали очень мягкие, то есть они ломаются быстро. И сортеры, если ну, недорогие, да, до 500 рублей рассматривать, они пластиковые, они собираются. Дим, помнишь такой, как вот, вот таким вот, по такому принципу? Они часто разваливаются, теряются. И в итоге, ну, не очень, короче, привлекательная игра со всем этим делом. Здесь никуда ничего не денете, ну, при условии, что не раскидается. Плюс. Всегда можно хранить более компактно, вообще минимизировав место. Потом в будущем у нас Аленка часто использует пони своих здесь хранит. То есть это домик для пони у нас.
Такой дом стоит 500 рублей. Лабиринт. Лабиринт стоит 1000. Как-то недавно была акция. Лабиринт, я тоже скажу, достойный. Это уже с точки зрения мам, почти вырастивший двоих детей. Был у нас у Нади обычный Симиленд, причем тоже что-то помню, нифига не дешево покупали. Это было давно и стоило рублей 800. Такой за 1000. Сейчас я вам показываю, как что куда крутится. Не жибло. Ну, относительно, да, для лабиринта. А, опять же, смотрите, друзья мои, здесь все стягивается. То есть не вот, что вы вставили и как получилось. Нет, здесь, то есть вы вставили, затянули, все. Дальше уже, когда расшаталось, можно подрастянуть. Брусочки все буковые. Все круглое. Дитё не, я имею в виду никаких острых углов, дитё не, снять не сможет. Поэтому вполне приличный, достойный подарок и нужная вещь. Вот это нас выручало и спасало не раз. Мы говорили уже о том, что Аленка с нами долго ездила в Икею. И Дима под эти штуки ездил, да, Дим? Ну, не так, конечно, дубасил. Агрессивно, да. Да. Стоит 400 рублей, называется колотушка. Очень востребована на подарки. То есть, когда ребенок на одну сторону колотушку забил, никаких нервов, переходим на другую. И так до бесконечности. А, тоже здесь буковый массив, хорошие пластиковые штырьки. Вот посмотрите, вот само, да, покрытие бьется, следы остаются от молотка, а штырькам хоть бы хны, они даже не стерты особо. 400 рублей стоит такой набор. Я считаю, вполне адекватный ценник. И счеты. Тоже есть у нас. Ну, вполне у нас все есть. Кроме пиццы. Пиццу мы не покупали. Здесь уже полноценные, причем была у нас где-то год назад ситуация. Молодой человек, 18-летний, дарил своей девушке, чтобы она считать научилась. Намек. Намек, да. То есть это нормальные, полноценные счеты. По таким счетам нас учили в детстве считать. Поэтому, если хотите ребенку развить логику, математические способности, пожалуйста, это и мелкая моторика, и сенсорика ощущений. То есть я не могу сказать, что это вау-игрушка, это полноценные счеты, на которых можно посчитать. Ну что, все, что хотели, мы вам показали. Рассказывайте в комментариях, делитесь, какой у вас опыт применения, какие игрушки нравятся, какие не нравятся, какие зашли, какие не зашли. Вообще, что да, нравится деткам вашим. Все, всех люблю. Мы пошли передохнуть и пойдем вам снимать еще органайзера.